Полицейские ищут девушку, которая ушла из дома 2 года назад и не вернулась. 31-летняя Ольга Вавилова исчезла в металлургическом районе еще в декабре 2015 года. Рост девушки около 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза серые. Из особых примет – шрам на животе. Родные Ольги ждут звонков от тех, кто знает, где она может находиться.